Давайте приготовим сегодня фантастически вкусный ужин – горячий салат с креветками. Как сказал мой муж, вкуснее даже в ресторане не подают. Готовится он очень легко и быстро, буквально за 10 минут. Это как раз тот вариант, когда необходимо приготовить ужин быстро. Понадобятся нам для него любые овощи и зелень, которые вам нравятся, которые есть в наличии, ну и, конечно же, сами креветки. В небольшом количестве масла обжариваем до золотистого цвета сначала лук, а затем добавляем прочие овощи. У меня это красный болгарский перец, спаржевая фасоль и острый перчик. Буквально через пару минут добавляем к ним креветки и несколько зубчиков чеснока. Солим, перчим по вкусу, добавляем любимые специи. Я добавила немного чесночного порошка, а также по щепотке белого и черного кунжута. Ну, кунжут это скорее для красоты. В самом конце добавляем небольшой кусочек сливочного масла и буквально еще минутку поджариваем все на нем. Наш салат приобретет такой очень приятный нежный сливочный вкус. Как красиво подать креветочный салат? Ну, для начала выложите на тарелку любую зелень. У меня это руккола. Сверху выкладываем креветки с овощами, ну а дальше уже как позволяет нам фантазия. Я посыпала сверху зеленым луком и пармезаном. Получилось просто бомбезно. На все приготовление ушло минут 10 от силы. И посмотрите, какая красота получилась. И это совершенно невероятно вкусное блюдо. Попробуйте приготовить и приятного аппетита!